Сегодня мы поговорим о лучших предстоящих фильмах. Спидстер готовится к очередному эпическому приключению, и он берется с собой легендарный голос, чтобы присоединиться к битве. Все верно, никто иной, как единственный и неповторимый Киану Ривз набирает обороты, чтобы одолжить свои вокальные таланты культовому персонажу Shadow в Sonic the Hedgehog 3. Новость о том, что Ривз присоединится к вселенной Соника, появилась по горячим следам захватывающей презентации CinemaCon от Paramount, где нетерпеливые зрители мельком увидели, что ждет голубое пятно в следующем выпуске. Кажется, Дэр Роботник, которого играет несравненный Джим Керри, готовит серьезные неприятности, выпуская на сцену загадочного ежа Шэдоу. В повороте, который несомненно вызовет шок в игровом сообществе, кастинг Ривза добавляет еще один уровень волнения к и без того звездному составу. С возвращением любимцев таких как Джеймс Марсден, Бен Шварц и Джим Керри и новичков вроде Кристен Риттер и Идриса Эльба, сердца зрителей наверняка забьются быстрее от ожидания противостояния Соника и его темного двойника. Отмечайте в календарях и готовьтесь к аттракциону, ведь Sonic Ешь 3 в кинотеатрах с 20 декабря 2024 года. Приготовьтесь к действию и схватке между светом и тенью. Поклонники Аватара, легенды об Аанге, готовьтесь корректировать стойки и держитесь за своего летающего бизона, ведь долгожданный театральный релиз следующего приключения Аанга перенесен на 20 января 2026 года. Первоначально запланированный на 10 октября 2025 года, придется потренировать терпение, прежде чем погрузиться в мир управления стихиями и равновесия. Пока детали сюжета Аанга, легенды об Аанге неуловимы. Одно наверняка — таланты озвучки Эрик Нам в роли Аанга и Дэйв Баутиста в роли антагониста обещают эпическое путешествие, наполненное острыми ощущениями и сюрпризами. Появившаяся недавно в «Дюне» часть 2 Баутиста демонстрирует свое умение, придавая жизнь внушительным врагам. Ожидается зрелищная битва между Аватаром и его новым соперником. Это киноприключение является вехой для Avatar Studios, амбициозного проекта Paramount по расширению любимого франчайза. От театральных релизов до погружающих повествований, видение вселенной Аватара, студии не знает границ. Пока мы с нетерпением ждем следующую главу Аанга на большом экране, поддерживайте нашу ЦИ и боевой дух. Путешествие может быть отложено, но волнение от того, что предстоит в мире Аватара, последнего воздушного мага, стремительно растет. Фильм о Супермене в режиссуре Джеймса Ганна добавил новую звезду в свой каст. Прюитт Тейлор Винс, известен своими убедительными выступлениями в кино и телевидении, готов принять иконическую роль Джонатана Кента, или Па Кента, в этом долгожданном эпизоде DC. Присоединяясь к ряду уважаемых актеров, оживлявших этот персонаж, Тейлор Винс готов представить свежую интерпретацию трудолюбивого фермера из Канзаса, ставшего приемным отцом самого человека из стали. Дэвид Корнсвет в роли Супермена Кларка Кента создает сцену для динамического исследования двойной личности, героя и долговечного влияния скромного воспитания. Хотя Супермен Ганна не будет традиционной историей происхождения, он обещает вникнуть в сложности баланса между человеческими ценностями и внеземным наследием. С блестящим составом актеров, включая Николаса Хольца в роли Лекса Лютера, Рэйчел Браснахен в роли Лоис Лейн и Уэндела Пирса в роли Перри Уайта, вместе с ансамблем талантливых исполнителей, сцена готова для эпического приключения во вселенной DC. 11 июля 2025 года начинается эра Супермен, основа главы Боги и монстры DCU, начатая Ганном и со-генеральным директором DC Сафраном. Адам Вингард, создатель Godzilla X Kong, новая империя потряс сообщество кайдзю. У Вингарда в голове уже крутятся идеи касательно MonsterVerse, наполняя фанатов восхищением. Если Вингард возглавит третью часть MonsterVerse, это будет вероятно аналог Godzilla X Kong – The New Empire. Вингард намекнул на смену фокуса, когда Годзилла снова окажется в центре внимания после Конга. И здесь становится настоящим интересным. Вингард намекнул на завершение трилогии MonsterVerse, как на возможность нового монстрового безумия. Украдкой он признал, что есть еще не рассказанная история, нет официального разрешения на поединок Годзилла и Конг, но Вингард уже работает. Смеющись, он признался, что есть еще история, и я могу рассказать ее. Монстр на монстре режиссер, жаждущий большего, сага, возможно, далека от окончания.
Так что сохраняйте бдительность, сердца колотятся, потому что следующая глава этой чудовищной саги обещает настоящий блокбастер. Готовьтесь к новому пряткам, фанаты ужасов, потому что радио «Молчание» готовится к новому кровавому разгулю. Прямо после их последнего хита ужасов, Мэтт Беттинелли Олпин и Тайлер Гиллетт вместе с Чадом Вьера соблазняют нас ожидаемым сиквелом. Готов или нет, 2А официально не получил зеленый свет, но не бойтесь, за этим безумием стоят творческие умы. Они уже сочинили сценарий, который описывают как абсолютный бум. Вам не почудилось? Готовьтесь к новому раунду острых ощущений и мороз по коже. Выясняется, что намекать и хранить детали как секрет, но одно определено — волнение ощутимо, трио энтузиазмом трещит. Сценарий похвалами осыпают, как жертвы фильму ужасов. Фанаты богов могут быть уверены, что Ready or Not — еще одна адреналиновая авантюра. Отметьте в календарях, приготовьтесь к выживанию. Как никто другой, готов он или нет, это радиомолчание продолжать господствовать над комедийным ландшафтом ужасов. Пусть начнется отсчет до террора. Держитесь за своих веб-шутеров, ребята. Грейпвайн от лакомых кусочков обо всем любимом краулере бурлит. Во-первых, по городу ходят слухи, что Сидни Суини может вооружиться в серийную кинематографическую вселенную Марвел после того, как замешкавшаяся в Мадам Паутины пропустила паутину интриг, пока детали хранятся как ночной кот-воришка. Ожидается, что она может проскользнуть в гладкий костюм Фелиции Харди, известную как «Черная кошка» Большого острова. Могла бы любовная жизнь Питера Паркера сделать колесо в новом направлении, но подождите, есть еще, подготовьтесь, верные болельщики, к возвращению легенды из кино прошлого Паучка. Верно, никто иной, как Сэм Рэйми, говорят, возродился в кресле режиссера Человека-паука 4 с почетными чертами и последним появлением MCU с Доктором. Со странным. Эта мечта виртуоза паутины наяву, придется подождать, чтобы увидеть эти киночудеса. Ну что ж, в супергеройском стиле дата релиза все еще окутана тайной. Кто-то говорит 25, другие предполагают 2026, но одно точно. Когда Человек-паук 4 наконец выйдет на экраны, ожидание будет того стоить, истинные верующие. Приготовьтесь реветь от волнения, монстр против фанатов, потому что монарх. Наследие монстров возвращается на второй сезон и привносит новый подход к монструозному хаосу на Apple TV+. Потоковый сервис заключил сделку с Legendary Entertainment на несколько серий. Обещается не только продолжение «Монарха», но и разработка противоестественного спин-оффа в рамках культовой франшизы. Морган Уэндалл, мозг международного развития Apple TV+, в восторге, восхваляя актерский состав и творческую команду сериала. Ожидание новых острых впечатлений на максимальном уровне. В первом сезоне «Монарха» зрители погрузились в последствия дебюта «Годзиллы», где двое сводных брата и сестры искали ответы среди хаоса. Интересно, какое направление выберут шоураннеры, поскольку мир монстров продолжает расширяться. Фанаты могут ожидать ощущений и сюрпризов, которые потребуют большего. Следите за новостями. Официальная дата вплоть до презентации первого сезона Monster Madness на Apple TV+. Готовьтесь к волшебному пополнению в составе «Теперь ты видишь меня 3». Ведь звезда Барби, Ариана Гринблат, собирается сделать серьезный прорыв в мире иллюзионистов и ограблений, присоединяясь к ансамблю Lionsgate. Гринблат готова привнести на экран свое обаяние и харизму. Сюжет и актеры пока остаются загадкой, но можно ожидать звездного состава, включая Джесси Айзенберга, Вуди Харрельсона, Айлу Фишер и Дэйва Франка. Не забываем о хитром квартете «Четыре всадника», которые удержат зрителей в напряжении. «Теперь ты видишь меня 3» в режиссуре Рубена Флейшера обещает захватывающее приключение, череду поворотов, впечатляющие иллюзии. При участии талантливой Гринблат сцена готова к электризующему киноопыту. Без объявленной даты релиза фанатам придется ждать новостей о захватывающем дополнении к
Теперь вы меня видите. Но одно верно, когда начнется магия, это будет сногсшибательное зрелище. Не пропустите. Спасибо за просмотр. До следующего.